В США предпринимателя судят за пост про Клинтон. Ранее признанный виновным в махинациях мужчина угрожал Клинтон в Facebook. Экс-главу американской фармацевтической компании Turin Pharmaceuticals Мартина Шкрили поместили под стражу из-за публикации в Facebook сообщения про Хиллари Клинтон. Ранее его признали виновным в махинациях с ценными бумагами. На прошлой неделе Шкрили написал на своей странице в Facebook, что готов заплатить 5000 за волос с головы бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Прокуратура США заявила, что публикация и такой записи Шкрили подтвердил, что представляет угрозу для общества и потому должен ожидать приговора по делу о махинациях в тюрьме. Суд принял решение удовлетворить запрос прокуратуры и отозвал постановление об освобождении под залог. Защита экс-главы Turin Pharmaceuticals настаивала на том, что его пост был шуткой. Судья Кая Мацумото не согласилась с аргументацией защиты, указав, что кто-то может принять слова подсудимого за чистую монету. Шкрили был признан виновным в махинациях с ценными бумагами в августе текущего года. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор Шкрили планируется объявить в январе 2018 года. Подсудимый был освобожден из-под стражи под залог до вынесения приговора. В США пойман один из 10 самых разыскиваемых преступников. По материалам сайта Newsgro.com.